Славянск на Кубани – город спортивный. По статистике, более 40% наших земляков занимаются физической культурой, а значит, более 50 тысяч жителей. Развиваются новые виды спорта, строятся спортивные объекты. Словом, занятие физической культурой для славянцев становится доступным и удобным. Каждый вечер Денис Дударев со своей семьей приходит на городской стадион. Это отличное место для занятий физической культурой. Здесь чистота и порядок, и детям есть чем заняться, считает молодой человек. Хорошая площадочка, и можно самому пробежаться по стадиону, как бы позаниматься. У меня жена тут бегает, занимается. С ребенком везде посидеть, погуляться, как бы. Все хорошо делается. Вижу, вот новую площадочку сделали. Тоже это хорошо. Городской стадион имени Николая Петровича Бурлаки после капитального ремонта заметно преобразился. Было реконструировано футбольное поле, уложен новый газон, отремонтированы беговые дорожки. Приобретено и установлено спортивное оборудование для прыжков в длину и высоту. Появилась новая площадка для спортивных игр. Там поставили турники и так полюбившийся детьми скалодром. Мне нравится. Я тут бегаю, занимаюсь, а утром занимаюсь легкой атлетикой. Я сюда прихожу вечером с папой, чтобы бегать, ну и с друзьями. И мы тут бегаем, занимаемся, кувырки делаем, играем. Мне нравится здесь тренироваться на турниках. Бегаю. Я хочу, чтобы у меня было здоровье. С самого утра и до позднего вечера на территории стадиона занимаются как совсем юные, так и пожилые люди. На поле кипят футбольные баталии. Играют детвора и взрослые. Идут тренировки и матчи. Днем приходят мамы с малышами, и те играют в песочницах, бегают по футбольному полю, играют в мяч и бадминтон. Нам здесь очень нравится. Мы тут неподалеку живем, всегда приходим на эту площадку. Здесь очень интересно детям, можно заниматься спортом. Сами любим иногда побегать. А детям нравится песочница, нравятся качели, нравится скалодром, очень пользуется популярностью. В общем, на спортивной арене нашего города с утра до вечера кипит жизнь. Отрадно, что жители Славянска на Кубани выбирают здоровый образ жизни и спорт. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».